предыдущий опыт работы в избирательных комиссиях, правовая грамотность, профессионализм, компетентность и ответственность, деловые и моральные качества, даже знания иностранных языков. Все это учитывалось при выборе кандидатов в состав Ленинской и Московской города Брест районных комиссий по республиканскому референдуму. В соответствии со статьей 34 Федерального кодекса Республики Беларусь, у нас создается два районных рабочих года. Своих кандидатов выдвинули граждане, координационные структуры политических партий, других общественных объединений, а также трудовые коллективы. По каждому из представителей были поданы необходимые документы в Брестский горисполком, согласно которым на заседании принималось решение посредством открытого голосования. Голосуем. Кто за? Спасибо. Кто против? Воздержался? Решение принимается единогласно. Правом выдвижения своих представителей в состав Ленинско-Московской районных комиссий по референдуму воспользовались организационные структуры политических партий и иных общественных объединений, такие как Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская партия «Левый справедливый мир», Республиканское общественное объединение «Белая Русь», Общественное объединение БРСМ, Белорусское общественное объединение ветеранов, а также Общественное объединение «Белорусский союз ветеранов войны» в Афганистане. В соответствии с 34-й статьей Избирательного кодекса Республики Беларусь, районная комиссия образуется в составе от 9 до 13 человек, не позднее, чем за месяц до референдума. Рабочей группой было принято решение комплектовать комиссии по максимально допустимому количеству. Однако желающих было гораздо больше. Должен сказать, что было выдвинуто в состав комиссии от двух районов 34 делегата. Естественно, после рассмотрения рабочей группой было предложено 8 делегатам отказать в участии в работе комиссии по причинам, связанным с соответствием поданных предложений с действующим законодательством, наличие опыта работы в комиссии, возможности совмещать работу комиссии в комиссии и выполнением своих обычных трудовых служебных обязанностей. В городе Бресте сегодня были сформированы две районные комиссии по проведению республиканского референдума в Ленинском районе и Московском районе. Данные комиссии будут располагаться в административных зданиях, соответственно, Ленинская, Московская администрация города Бреста. В течение 3 дней после формирования комиссии проведут свои первые учредительное собрание, где будут выбраны руководящие органы, председатель, его заместитель и секретарь. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.